Самарские спортсмены с чемпионата России по тэквондо вернулись с хорошими новостями. Команда заняла 3-е место. Соревнования прошли в Подмосковье в городе Климовск. Самару представил 31 участник. Самому младшему 9 лет. Юных тэквондистов переполняют эмоции. Соревнования прошли хорошо. Все получили медали. Некоторые, конечно, проиграли, жалко, но все равно все старались. Эмоции. Я, конечно, в некоторых местах проигрывал там. И жалко, конечно. Но на следующих соревнованиях я отыграюсь. Соревнования проходили по 2 дисциплинам. Туль – это такое показательное выступление с атакующими и защитными движениями, и спарринг – тренировочный бой. В последнем дети особенно отличились, отмечает тренер. Ну, подготовка была проведена, достаточно хорошая у нас. Мы в течение нескольких месяцев готовились к этому чемпионату. Вот дети показали свой уровень, который, ну, на то, что они были готовы. То есть в основном были хорошие поединки, достаточно хорошо они выступили. Сейчас Самарская федерация тэквондо планирует начать подготовку к чемпионату Европы. Он пройдет в октябре в Польше. Даниил Лучко, Константин Головин. События.